Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник, и сегодня вы узнаете, как автоматически попасть в чат. Вот у меня открыт чат новой сессии, и, как видите, стоит плюсик, Людмила Мельник присоединился, плюсик, Константин Латышев присоединился и так далее. Как же присоединиться к чату без того, чтобы вас добавляли? Для этого нужна ссылка. Человек, который делает чат, формирует ссылку и отправляет всей своей команде. Выглядит эта ссылка вот так. Как ее сделать, я вам сейчас расскажу. Итак, создаем новый чат. Контакты. Создать новую группу. И мы должны сохранить группу и дать ей название. Вот я ее назвала «Новая группа по ссылке». И теперь мы должны сформировать, собственно, саму ссылку. Для этого нам нужны всего лишь три команды. Мы назвали такой вход в чат автоматическим влетом. Итак, копируем первую часть. Вставляем в окно чата. Отправляем. Идем в заготовленный файлик. Копируем вторую часть. Вставляем. Отправляем. У нас уже появилась первая запись. И следующий шаг. Вставляем. И отправляем. Вот у нас есть ссылка, которую мы сбрасываем своим друзьям. И смотрим, как наши друзья к нам добавляются. И как видите, к нашему чату присоединился новый ее участник. Очень удобная функция, рекомендую. Таким образом, вы можете сформировать ссылку и отправить ее своим партнерам по бизнесу. Они сами нажмут на ссылку и добавятся в чат. С вами была Людмила Мельник. До новых встреч!